С днем ангела, дорогие именинники! Мы не раз говорили с вами о именах так называемых тофорных, в состав которых входит имя Божие. В еврейском языке это все имена на окончании на «ил», такие Михаил, Рафаил и Игудиил. Кроме этого, там есть другие теофорные имена, такие, скажем, как Исаия или Илия, где спрятано одно из имен Божиих. В греческом языке теофорными именами являются те, в которых присутствует греческое слово «бог» – «феос». И вот сегодня мы будем говорить о двух братьях, которых звали Феофан и Феодор. Это два теофорных имени, означающие «Феодор – дар Божий», а Феофан – «богом явленный» или «богоявление». Оба эти человека называются Феофан и Феодор начертанные. А почему, мы скажем позже. Эти люди родились, воспитались в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Оба стали иноками, то есть монахами. Когда константинопольский византийский император Лев Армянин воздвиг гонение на почитателей икон, патриарх Иерусалимский отправил Феодора и Феофана в Константинополь, в столицу империи, для словесного диспута, для защиты веры в различных спорах между иконопочитателями и иконоборцами. Феодор и Феофан посрамили Льва Армянина и философов, выступавших на его стороне в диспуте, и доказывали от Писания и от естественного разума то, что воплотившийся Бог может быть изображаем, что запрет на иконопочитание был потому раньше, что Бог не был виден, его только слышали, поэтому нельзя было изображать того, кто не являлся видимо. Христос же, воплотившись, стал видим, а это открывает дверь к изображению воплотившегося божества. За обличение ереси они были заключены в темницу, потом выпущены. Потом на императорском престоле один другого меняли несколько императоров, все которые, из которых были иконоборцы. В одном из таких, опять-таки, словесных диспутов Федора и Феофана наказали особенным образом. Раскаленной иглой на их лбах написали 12 строк стихотворных, в которых они назывались сосудами нечестивой веры, то есть различные позорящие их имена и клички стихотворно были написаны на их челах. Это якобы позорило их. На самом же деле это было их, по сути, славой, поскольку всякий, потерпевший унижение за Христа, будет прославлен и восторжествует впоследствии над теми, кто хотел его таким образом унизить. Они дожили, один из них, скорее, простите, Феофан, дожил до победы над иконоборчеством. Феодор умер ранее. Мы видим, братья и сестры, с вами нередко в истории христианской церкви, что люди, носящие имя христиан, не уступают иногда в жестокости, иногда и в циничной жестокости, в этакой язвительности по отношению к своим врагам, даже язычникам не уступают и неверующим людям. Вот и Феодор, и Феофан потерпели не только мучение, но еще это некое такое издевательство, циничное мучение от тех людей, которые носили на себе имя христиан. Это говорит нам ни о чем ином, как о том, что нужно быть верующим не на языке и по имени, а по делу и в жизни. Кроме носящих имена Феофан и Феодор, мы сегодня поздравляем с днем ангела Тихона и Степана. С днем ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.